Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Quake 4. Чё тут у нас по заданию надо сделать, что-то я уж не помню ни хера. Задача общий сбор. Вернитесь к зенитной пушке и найдите лейтенанта Восса. А, точно, всё. Вспомнил, блядь. Сейчас мы вернемся к зенитной пушке и найдем лейтенанта Восса. Я так понимаю, это уже выход с уровня, да? Да, по всей видимости, вот такое вот начало. Хоп, все, следующий уровень. Посадочный. Блять, что у меня субы? Я не понимаю, что за хуйня. Я уже говорил в первой серии. Мне почему-то именно вот с этой игрушкой ОБС как-то странно отображается. Мне засвечен, блять, да нельзя, хер знает. А на записи смотришь, вроде все нормально. Надеюсь, и сейчас будет точно так же. Точно так же. Что такое? Почему такая длинная загрузка? Щелкните мышью. Щелкнули мышью. Фонарик включили. Гейн, это Моррис. Ты где застрял? Спускайся скорее. Война еще не закончилась. Война еще не закончилась. Она, наверное, не закончится. Нужны данные с главного пульта в южном ангаре. Немедленно! Скачай программу запуска вон с того пульта. Капрал Гейн, вы отлично потрудились. Теперь мы многое узнаем о Строгах. Штаб, штаб, как меня слышите? Это отряд Ворон, прием. Капитан, сигнал не проходит. Нужно установить промежуточный передатчик у подножия горы. Я что-то не понял, блядь. А мне-то что делать? Инженер Карлсон, а где пропеллер, блядь? Пропеллер в жопе нету. По всей видимости. Почему? Он что-то пиздит, между прочим. Погоди, блядь. Я отказываюсь ремонтировать его передачи. Без дополнительной защиты. Шевелись. Чего ты там копаешься? Да что там копаешься? Я пытаюсь понять, что... А, о, потрошки. Нет, потрошки нам... Спасибо за информацию, рядовой. Не нужны. Ну, пойдем сюда, может. Оборудование должно быть готово через час. Сэр, час уйдет только на распаковку. Мне некогда выслушивать отговорки, солдат. Мне нужен результат! Мне некогда. Что делать-то, блядь? Вернитесь к зенитной пушке, найдите лейтенанта Вас. Ты кто, блядь, не Вас? Вайно. А ты кто? Ричардс. Рядовой Ричардс. А, это Штраус у нас, да? Ты кто? Корк. Ты кто? Ты никто уже. Норман. Карлсон. Ну нет, давайте тогда пойдемте. Пойдем вот сюда, что ли? Здесь наверняка мы найдем капитана. Как его там, блядь? Восс. Васса. Капитан Восс. Вон, наверное, он там стоит. Мне уже надоело тут торчать. Спускайся, или я ухожу один. Посмотри, как у них устроены сопла. Их двигатели раза в полтора эффективнее наших. А система подачи топлива? Ого, надо будет перенести это на корабль. Ох, твою мать. Подожди, а что тут берут-то? Куда я иду вообще, в принципе, я понять не могу. Значит, мне теперь надо перейти на другой протокол? Нет, сначала нужно... Ты чего так долго? Со Строгами заболтался или что? Ладно, пошли к лейтенанту. Там что-то взорвалось, между прочим. Нет, ничего страшного. Ничего страшного, судя по всему. Ну и хуй с ним. У нас тут что? Да, я по-прежнему не знаю, что это за хрень. Может быть, абсолютно бесполезная, а может быть, какая-то... Нужная штука-то тут чего? На не нашем написано. Идем дальше. А где этот напарничек-то у нас? Все, он убежал вперед, что? Вот он. Моррис, Моррис. Это что? Это у нас. Вот. Ну что, Кейн, как тебе первый день в отряде носорогов? Вот, возьми, тебе пригодится. Теперь авиация нам не угрожает. Нужно добраться до зенитной пушки. Пошли. Захватить зенитную пушку. Подожди, мне это пока рановато, наверное. У нас дробовик есть, и все у нас есть. На какую кнопку? На пятерку у нас. Граната мед. У нас есть дробовик, у нас есть... Ну, дробовик тут какой-то, блядь, бессмысленный в том плане, что нету у него фонаря. Вот это печалит меня больше всего. Что-то как-то, блядь, тут все быстро очень происходит. Где, суки? Вон он, тварь. Там их двое. Блядь, перезарядка, а почему? Чётенько сдох, между прочим, чувачок-то.
Ага, готов. Где еще? А нам куда? Нам сюда и надо, что ли, идти, походу, да? Броник лежит. Кейн, найди способ открыть эту дверь. Слэдж и Моррис, защищайте позицию. Есть, сэр. Мы останемся здесь. Мы останемся здесь. Нам надо найти способ открыть эту дверку, да? Ну-ка, F5. F5 работает, отлично. Открыть эту дверь. А как? Как-то так. Надо, может быть, вот туда пройти, вот эту домушку. Где-то же должна быть открывашка-то, правильно? Открывашка двери. Где? Ох, твою мать, там какой-то вообще подземный тоннель. Ну-ка глянем, что у нас здесь есть. Может быть, нам сюда и надо как? Нет, нам сюда... Или мы пришли отсюда? Подожди, что-то я, блядь, туплю, нахуй. Или мы пришли отсюда? Да нет, нет, как пришли? Не может быть этого. Подождите, блядь, бегать не могу. Вот что печально. Не могу бегать. Как же мне открыть эту хрень-то? Ключи какие-нибудь нужны или там еще что-нибудь? Как? Опа, что-то тут. Ну, это не то. Это мы вот отсюда мы пришли, правильно? Правильно. Туда мы никак не заберемся. А что же делать-то? Блядь, что трясется просто. Может, нет. Хули вы смотрите на меня? Как мне найти способ? Как, блядь, открыть дверь-то? Открыть дверь, хер знает как. Может быть, куда-то надо забраться? Стоп, а может быть пиздануть? Точно, блядь, надо направить пушку, наверное, сюда. А где комната управления? Комната управления нам нужна какая-нибудь. Хоть какая-нибудь. И как сейчас захерачили, блядь, там от этой двери бы ничего не осталось просто-напросто. Подождите, ну пойдемте сюда сходим. И почему там нельзя было пройти, я что-то не пойму. Вот здесь. Что за херня? Для чего вот это вот сделано? Тут что-то лежит такое интересное? Нет тут нихера. Коробки, блядь. Я действительно ведь не могу туда пройти. А почему? Это, блядь, как-то странно. Очень странно. Блин, ну тут все указывает, что надо что-то с этой пушкой сделать. А чего, блядь, мы с ней сделать-то можем? Там дверь не открывается никуда. Оттуда мы пришли, правильно? Может, вот эта вот дверь? Нет? Может, по ней херануть надо? Куда? О, смотри-ка. Ну вот это... Я не знаю, что, блядь. Сержант Моррис. А может, с гранатомета пиздануть? Блядь, мужики, извините. Вот не хотел. Нет, с гранатомета не проканало. Слушай, ну я затупил, блядь, в шутане, блядь. Что такое? Что тут такое еще написано? Затупил, блядь, в шутане на ровном месте. Куда идти-то? Что за нахуй? Так и хочется спросить. Как мне эту пушку-то перенастроить? Может, какой глюк, баг? Нет. И там я почему не могу пройти? Меня вот это больше всего волнует. Ладно, хер с этой пушкой. Туда-то я не могу пройти, вот в пещеру. А наверняка там... Может, какой проход есть? Может быть, еще чего-то. Сюда запрыгну? Запрыгну. Сюда нет. Непонятно, если честно. Очень-очень странно. Может, какая тут кнопка скрыта есть? Вклюк-выклюк управления вот этой вот ебаниной здоровой. Там тоже, что ли, пещера? Не?
Почему группа в этом месте подлагивает, блять, я не понимаю. Ну что такое? Как мне туда-то пройти? Я присел, тоже не помогает. Сюда? На коробку? Нет. Что за нахуй? Что-то надо сделать. А что я тут сделаю? Пиздануть из гранатомета по этим коробкам? Давайте сделаем. Да какой там гранатомет? Там в этим коробкам вообще похеру, по-моему, ничего не будет. Что за хуйня? Я, блядь, 5 минут уже тут бегаю. Больше, нахуй. Пытаюсь понять, чего нам надо сделать. А чего нам надо сделать? Проберитесь к пульту управления и захватите... Да, блядь, естественно, пушку, чтобы корабль мог приземлиться. Проберитесь к пульту управления. Ну, это... К пульту управления. К пульту... А где пульт управления? Где пульт управления? Да здесь мы были. Здесь мы... Вот ходить могу. А бегать... Бегает он, я так понимаю, на постоянку. Пиздец. Подкрался незаметно. Может, что-нибудь там ты мне скажешь, дядя? Нет? А ты там что-нибудь скажешь? Лейтенант ВОЗ. Да вообще поебать. Может, сюда залезть надо? Да ладно, серьезно что ли? Хуя себе, блять. Вот это поворот, блять. Ты смотри, а сюда надо было залезть. Откуда он вылез-то? А, здесь очко есть. Как раз мы сейчас проберем. Ну не, ну а кто знал-то? Я же не знал. Правильно? Правильно. Надо, может, нам повредить вот эту хуйню. Нет? А, я не до... Того окошко не дали. Ну, сейчас все, вниз тогда прыгаем. А там дальше видно будет. Что, куда? Куда сунуть, куда вставить, так сказать. Кто-нибудь есть тут? Есть броник. Отлично. И сейчас мы с этой стороны все откроем. Аптечки нахуй не нужны. Игра сохранена. Отлично, Кейн. Флетч, пойдешь с нами. Морис, оставайся здесь и прикрывай нас. Нам сюда? Здесь закрыто. Секунду, тогда сюда. Кто там? Откуда он пришел? Опа! Готовы. Еще будут? Будут, а то нет, наверное. Стой, сука! Блять, перезарядка, твою мать! Блять, как мне неудобно стрелять с новой мышки, блять, это просто пиздец. Она не такая точная. Надо старую будет в следующий раз взять. В некоторых играх нормально, а в некоторых, блять, жопа, блять. Как в этой вот, допустим. О, нормально. Погоди, подождите. Опа, блять, нихера себе там с дверкой прищемило, блять. Подождите, мужики. Я тут проверяю все на наличие полезных предметов. Они там ебошат, что ли, кого уже? Ой, блядь, я попасть не могу, блядь, с нее, нахуй. Ой-ой-ой-ой. Сука, ебаная мышь, нахуй. Да я ебать не отмочу, дайте я другую возьму, блядь. Я не могу попадать. Хорошо, хоть у меня нарядов здесь валяется, блядь. Во, вот эта крутая мышь. Вот это я понимаю. Сейчас, пиздец, наступит всем. Ну-ка нахуй. Во, слушай, блядь, какая точная, а. Какая охуенная мышь. А что, сюда не пускают никого? А как же нам вниз? Как, а вы как... А, во. Вы как прошли-то, блядь. Мужики! А чё, все? Тут у нас ни аптечков, ничего нету. Странно, блядь, ладно, идем дальше. Идем дальше. Блядь, как приятно на старой мышке играть. На нахуй. Опа!
Вот и все, сука, всех замочили практически. Я практически всех замочил. Слушай, у меня патроны кончаются, между прочим, на пухи-то. Может быть, взять дробовик нам? Оба. Это я сюда сесть должен. Это здесь управление пухи, наверное. Молодцы, ребята, мы справились. Штаб, это лейтенант Восс. Орудие у нас под контролем. Каннибал вышел на геостационарную орбиту и начинает снижение. Сэр, здесь закрыто. Как нам попасть на посадочную площадку? Да, верно. Кейн, прыгай в кресло. Попробуем выбить вон те ворота. Ну-ка, давай-ка попробуем выбить те ворота. Чё? А! Все-таки тут что-то ворот... Что-то пушкает, какие-то ворота надо все-таки уничтожить. А у меня ниже не опускается. Это неплохо. Давай еще раз пизданем туда прям, чтобы... Чтобы уж наверняка, да? Я могу что-нибудь тут... Слушайте, она так медленно крутится. Ну ладно, хуй с ней. Отличный выстрел, Кейн. Внимание всем отрядам. Нужно зачистить посадочную площадку для приземления Ганнибала. Роудс, прием. Есть, сэр. Роудс, немедленно сюда, ты мне нужен. Уже иду, сэр. Слэдж, ты со мной. Кейн, бегом к посадочной площадке. Удачи. Угу. Добраться до посадочной площадки. Сейчас доберемся. Мне бы броника где взять бы. И немного подлечиться. Ах ты, сука такая. Ты смотри, что... Ах, дробовик-то, блядь, все-таки. Хорошая вещь на ближней дистанции. Но, блин, фонаря-то почему у него нету, а? Не могли на изоленте, что ли, прикрепить? Я не знаю, как-нибудь сверху. Это наши. Это наши. Ох, нихера себе ты дал, дядя, блядь. Ты что, хуел, что ли? Ой-ой-ой. Так, готов. Интересно, тут... Да, тут сила дробовика... Да, перезарядка! Сила дробовика тоже теряется на расстоянии. Помню, в какую-то игрушку играл. В Фир, что ли, блядь? Там вообще похер, откуда стрелять. Ну-ка, давайте посмотрим, что же вот это за ебань-то непонятная. Ладно. У нас патронов нету? Немного есть. Почти две обоймы. Здесь чего? Ничего. Ничего. Просто какой-то типа проходик. Странно. Ладно, тогда открываем вот эту дверь. Хопа! Что мы тут видим? Ганнибал начинает посадку. Ну-ка, погнали отсюда. Бляха-муха. Ганнибал начинает посадку. А нам, может быть, наверх залезть опять же надо, да? Давайте залезем. Там наша? Ну, наверное, да. А как мне туда пролезть? А как-то... А, это обойти, что ли, мне надо? Да ладно, вы что? Стой, так здесь, даже если я обойду, я тут не пройду. А как же нам быть? Что с фонарем-то, блядь, случилось? Он что-то не светит нихера. Ганнибал начинает посадку. Ну, посадка это хорошо, а... Сюда нет? Нет. Туда точно нет. Что за хуйня? А, застрял. Застрял. А как же быть-то? Как же... Или подожди, тут... Да нет тут прохода. Откуда тут возьмется она? Вон там дыра есть. Кстати... А! Вон там заход есть. Подожди. Так что по поводу дыры-то, кстати? Я так и не могу пройти? Нет, не могу. Там есть заход. Упала там железка. И сейчас мы по ней забежим. Вот. В укрытие! Всем отойти от орудия! Смотри, сейчас они взорвут пушку! Взрывчатка заложена! До подрыва 3, 2, 1! Эхо! Обожаю свою работу! Неплохо. Проходим мезосферу. Тепловые экраны работают нормально. Пилотка с Ганнибала. Пилотка с Ганнибала там что-то базарит.
Давай, что тут такое? Надо, ничего не надо нажимать? Нет. Нажимать ничего не надо. Идем дальше. Блять, тут все перевернуто, все разбор. Где? Где? Опа! На нахуй. Попал, блядь. Опа! Еще по одному попал. Точно, блядь, не попал. Да заебали нахуй. А эти что не помогают нихера? Кто там? Сверху что-то? Не помогают, суки. Бляха-муха. Все, ты сдох. Блин. Жаль тебя, конечно, но хули сделаешь. Блядь, мимо нахуй. Опа. Оба сдохли. Нет, не оба. Только один. У меня 21 пулька осталась всего-то лишь. Где взять пулик-то? Твою же мать. Тут светло достаточно, можно, в общем-то, и без фонаря обойтись. Это дверь? Корабль в стратосфере. Посадочная площадка в зоне прямой видимости. Это дверь была. Здоровая. Здоровая дверь. А кто стреляет? Что там такое? Ёпта мать, это по мне, что ли, херачит? Это по мне херачит, видать. Да кто, блядь? Ах ты, суки! Да подвинь, блядь, 20% здоровья, что? А, вот он. Каннибал, это отряд Ворон. У нас раненый, нужна помощь. Вас понял, Ворон. Врач уже в пути. Ребята, бегите, я останусь с ним. Включаем двигатели мягкой посадки. Выпускаем шипуры и амортизаторы. Не подняться на борт корабля. А как мне подняться на борт корабля, если я практически уже сдох? Он может приземлиться сначала? Здоровая хрень ты на самом деле. Где вход-то? Опускайте аппарель какой-нибудь. Посадка завершена. Повторяю, посадка завершена. Добро пожаловать на борт, ребята. Так, суки, пустите на борт-то, блядь. Вот здесь, что ли? Вот фонарик-то вроде светит, правильно? Значит, сюда, наверное, и надо как-то. Где? Я слышу что-то... Вот, открывается. Некий лифт тут у нас. Вот, прошли, слушайте, 20% у меня осталось. Операция наступления. 20% всего лишь осталось у меня здоровья, это мало. И патронов нет нихера. Ну, правда, от дробовика есть. И пистолет тоже есть, но пистолет малоэффективен. Тут со здоровым ты без пистолетом много не навоюешь. Щелкните клавиши. Щелкнули. Даже тени есть, смотри. И ноги. Ноги есть? Не, ног нету, блядь. Ну, у тени есть. Сколько времени мы уже на это угрохали? Скоро вас позовут на инструктаж. Вот чёрт, головые батареи. Пройдите в камеру. Заявиться в зал инструктажа. Инструктажа. Слушай, ничего себе, я могу вот эту хуйню потом... залезть. Ничего себе! Их броня не выдерживает прямого попадания. Немедленно пройдите в отсек 8D. Я смогу вот в эту хуйню залезть, это 100%, потому что вот даже... Чуть левее. Назад. Даже написано, что пока нельзя, пока вход запрещен. Так, приятель, пора поубивать на тебе заразу. Начинаю подачу трихлорита и септазина. Камера заполнена. Продувка камеры. Пройдите в отель. Дезинфекция завершена. Все, чистейший. Я стал. Готово, проходи. Сохраняшка. Пару строгов прихлопнули. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. А мне куда надо идти? Медотсек, штаб. Мне надо в штаб, наверное, да? Пройдите... Нет, пройдите в зал инструктажа для получения следующего задания. А где зал инструктажа? Ну, наверное, где-нибудь рядом со штабом все-таки.
командный. Готовят 4 грузовика. И что это значит? Не знаю. Но судя командный по пункт. Что-то серьезное. Вызов. Доступ запрещен. Секунду. Статус командный. Нет. Нам туда не надо. Столовка. Еще бы. Значит, Макрон убит? Макрон убит, блядь. Подождите, столовка. Ну тут длиннющий коридор. Тут чтобы внимание не касайтесь деталей работающих механизмов. Сержант Бэнкс, отряд Ворон. Открыто? Блядь, закрыто. А куда идти-то мне надо? Подождите. Ну... Зал для инструктажа. А здесь же вот тоже ведь открывается. Да ну! Я видел, только что сообщили. Нас управляют на огневой рубеж. Вот начинается масштабное наступление. Механики готовят бой все. Блядь, что тут пиздят все нахуй? Тут пройти не смогу, да? А это что здесь? Пройдите в 8-й зал для инструктажа. Столовая, столовая. Подождите, блядь, тут сейчас заблудиться как нихер. Медотсек. Медотсек. Не получится, Джейкобсон. Экзоскелет из армированного трибиния. Ерунда. Медотсек. Где же эта хуйня-то? Вон там что-то. О, зал инструктажа написано. Лазарет. А в лазарете что? А там нет ничего. Закрыто. Прозекторская. Морг, блядь. Грубо говоря. Ну-ка. Мозг практически атрофирован. Зал инструктажа, а? Ты? Нет. А, так я еще не дошел, что ли? Во! Капрал Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Дошли все-таки. А, Кейн вернулся. Ты чего? Кейн нормальный парень. Садитесь. Отряд Носорог. Все, что вы сейчас услышите, совершенно секретно. Обсуждать эту информацию с кем-либо запрещено. Гибель Макрона оказалась для нас очень своевременной. Мы собираемся развить наступление. Для этого мы спланировали следующую операцию. Лейтенант Восс, вам слово. Разведка выяснила, что у Строгов есть глобальная система связи — Nexus. Через него командиры передают приказы бойцам. Nexus координирует силы Строгов и поэтому является их ахиллесовой пятой. Джентльмены, мы собираемся атаковать центр связи с Nexus'ом. Наш отряд должен доставить электромагнитную бомбу на нижний этаж здания. Как только мы окажемся на месте, мы взорвем бомбу. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием «Тетраузел». Войска Строгов потеряют связь с командованием. Чтобы гарантировать успешный исход операции, к месту назначения отправятся еще 3 таких же конвоя. Их позывные — «Война», «Голод» и «Чума». Значит, мы — смерть. Да, мы — смерть. Вопросы есть? Конвой скоро отправляется. Позаботьтесь о своем снаряжении. Разойтись! Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. А оружейный-то где-то здесь ведь была, правильно? Где-то рядом мы проходили. Здесь нам не пройти, не пройти. Позывной смерть. Блядь, чего вы тут встали-то? Жопу отрастили, блядь, пройти невозможно. И хоть побегали бы он в спортзале каком-нибудь. Ладно, сейчас мы тогда... В оружейную, наверное, да? Да, пройдите в оружейную, возьмите необходимое снаряжение. Оружейное. И вот этот бидл одной рукой держит раненого на плече. Отряд Ворон, отряд Волк. А где оружие-то мне взять? Или это еще не оружейное? Эй, солдат, держи, это увеличенный магазин для автомата. Да, слушайте, тут улучшалка есть. Найти конвой смерть. Это мы взяли, типа того? Найдите капрала Спенсера и поезжайте к своему отряду. Капрал Спенсер. А, блять, а где мне его тут искать-то? Вы че? Мне нужна помощь. Кто вы? У меня нет сигнала от вашего медчипа. Че тут оружейный там?
Сержант Плива. Панель 24А. Плазменное кольцо включено. Стилс. Лейтенант Босс, пройдите в 8-й зал для инструктажа. Мейер. Кого там как-то... Спенсер. Спенсер. А где же мне этого Спенсера найти? Беттенберг. Мажорник. Мажорник. Не здесь, нет? Суэкель. Хупер. Хупер, блять. А где он хоть находится-то? Найти конвой смерть. Найдите капрала. Спенсер. Блять, тут нихуя себе. Ангар, чего? Ангар самоходов, а может быть здесь как раз? Спенсер-то. Капрал Кейн, вас ждет конвой. О, блядь, смотри-ка, правильно идем. Командир корабля, генерал Харпер. Полковнику нужно, чтобы все работало к 13.00. Но, сэр, мне еще нужно настроить преобразователь и заменить маршрутизатор. Кортес Роудс. Опа. А, на выход мне надо идти. То есть там где-то уже у нас... Церемония прощания с полковником Уэстмором состоит... Каньон. Большой. Наверное. Каньон. Блин, ты заплутаешь на этом корабле. Тут столько комнатушек всяких. И народу много. Где этого, блядь, Спенсера бы я бы искал? Хер его знает. Ладно, хоть тут вот вывеска проскочила, что, мол, туда надо идти-то. Тут, туда, сюда. Щелкните мышью. Кейн, это Восс. Поезжай с капралом Спенсером. Он уже в грузовике. Когда доберешься до конвоя смерть, найди сержанта Бидуэлла. Восс, конец связи. Найти конвой смерть. Слушай, действительно, 80 пулек теперь у меня в обойме. Ты сопровождаешь конвой. Беги туда, скорее. Тебя уже заждались. Отряд гадюка, куда бежать-то? Это конвой война! Штаб на связи. Где вы? Движемся к первому контрольному пункту! Штаб, это Орел 8. Совершаю облет местности. Пока все чисто. А вот нам на вот эту штуку надо, что ли, идти? Этот я так понимаю, местный транспорт? Он сказал, ты едешь с нами. Давай, ну, наверное, да. Куда? Мне сюда? А, да, гляди-ка. Готово, Дойл. Заводи и поехали. Вас понял. Поехали. Интересно, глубоко мы заберемся в тыл строгов? Не знаю. Надеюсь, дорогу у этих гадов не придется спрашивать. Или это поезд, что ли, такой? Говорят, вы еще и не в таких мясорубках бывали, а? Мне рассказывали, как носороги сражались в Далласе во время вторжения. Это шагоход 4 из отряда Бизон. Продолжаю патрулирование. Кто шагоход? Шагоход. А вот и Спенсер, кстати. Интересно, мы долго... Это Half-Life какой-то начался. Интересно, мы долго ехать-то будем? Ого! Я спуститься-то не могу. Где? Еще где-то есть? Оба. Где-то еще один. Вон, сука. Ну, скотина. Оба. Там еще один есть. Или нет, его забили. Я спуститься не могу с этой херни. Я думал, сейчас мы туда бросимся в бой, твою мать. А нет. Все с поезда пришлось с этого делать. Кто? Ничего, сейчас мы его поймем. Ох, блядь. Тут и танки есть.
Не, ну хорош, может быть, уже ехать. Грузовик один подбили. Может быть, уже хорош ехать. Может. Увидимся. Найти сержанта Бидвелла. Сержант Бидвелл. У меня здоровье есть. Патроны вроде бы тоже есть. Это что такое у нас тут? Это херня какая-то. Ну, наверное, нам сюда, как я полагаю. А вот, наверное, да? Черт, успеть бы убраться от этой бомбы. Нет, рядовой первого класса Несс. Рядовой Дегроф. Нам-то она не повредит, но... Дегроф. Капрал Следж. Капрал Следж. Кортес. Готов спасти человечество? А то нахуй. Не каждый день выпадает такой шанс, а? Морис, ну это все из нашей группы. Так точно, конвой смерть. Переключаюсь на частоту 5-1-2. Прыгай на тот грузовик, тебя отвезу. На тот грузовик? Ну опять что ли ехать, блять, на грузовике? Ну хорош может быть. Надеюсь, ты хорошо стреляешь? У нас впереди горячая точка. Кейн, это ВОЗ. Разведка докладывает, что в вашем районе находится отряд Строгов. Будь начеку. Это Строги? Так у меня турель, что я за турелью, что ли? Бляха-муха! О, хули мне раньше не сказали, бляха-муха! А оно не перегревается, что ли, даже? Где, суки? О, бля, вижу. Но оно не перегреваться не перегревается, но оно уничтожается. У этого грузовика есть здоровье. Хотя оно восстанавливается, ты смотри. Дави его, нет, не знаю, чем там, колесами, гусеницами, блядь, чем-нибудь. Так. Это мощный такой автомат-то нам дали, ёб твою мать. Это тачка? Во, тачка на колесах. Конвой смерти, это штаб, доложите обстановку. Все в порядке, движемся к цели. Хорошо. Ёбаный рот. Пулеметы, блять. Десантируемые пулеметы. А где вот они еще? Рос, нужно обезвредить мины. Давай скорее. Уже иду. Кейн, защищай Роуза. Он один умеет обращаться с этими минами. Спокойно, Кейн меня в обиду не даст. Ты сделай, приятель. В обиду не даст, блять, Кейн. Тогда нахуй. Чтоб Кейна кто в обиду не дал? Где? Вон бежит. Дэц нахуй. А почему нельзя просто мины-то повредить? Ну я же его, блядь, попадаю, ёпта мать. Если меня не стреляли. Давай. Куда? Сука, не стреляйте, блядь, поэтому. Где еще? Здесь, с этой стороны. Не-не-не-не-не. Суки, они прям на него нападают. Во, он еще бегут. Бегут, суки. Так, спокуха. Подбит. Тут в решето должен превратиться, блядь, от такого пулемета весь строк. Бляха, ему похую просто, ты глянь на. Оба, мы едем уже. Так, тихо, пулемет. Фонарик. Штаб, это конвой война. Нас атакует пехотный отряд Строгов. Вас понял, война. Вызываю поддержку с воздуха. Конвой война, это Орел 9. Вам лучше найти укрытие. Сейчас здесь будет жарко. Ого, отличный выстрел, Орел 9. Ну что вы, что вы. Штаб, это конвой война. Продолжаем движение. Кейн, это ВОЗ. Пулеметы Строгов защищают периметр здания. Ты должен их обезвредить. Уничтожить пулеметы. А каким образом? Уничтожить пулеметы. А! Ебать тот рот нахуй. А, они сверху висят, а они на земле. Ебаный рот.
Где еще? Вон еще, блядь. Эх, нихера себе, какой пулемет. Это не пулемет, это какой-то ракетомет, блядь. Или что там? Плазмомет, блядь. Да куда ты, блядь, порулил-то? Стой ты на месте. Не убил, не убил. Ёбана. Убил? Черт, они повсюду. Стоп, 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 стоп. Так, этот пизданули. Еще где-то, вот сверху. Ага, готов. Есть, готов. Ракету не подобью я? Подобью. Пулемет нахер. Во-во-во-во, спокуха. Есть. Там где-то еще вон она, ракетница-то есть, блядь. Блядь, я прицелиться не могу. Во, подбили, подбили, точно. Все. Уничтожить пулеметы, задание выполнено. А, мы сюда сейчас заезжать будем? Или не будем? Заходить будем. Зашел внутрь здания. Дверь-то закроется хоть? А то сейчас какая-нибудь шальная ракета-то залетит в срачельник. Будет как-то не очень приятно. Выход. Выход, выход, выход. Где выход-то? Выход, выход, выход. Где? Здесь, что ли, где-то? Выход. Не пойму, где. А наверху пишет? Не понял. А как мне наверх пройти? Выход. А, вот здесь? Вот выход-то, твою мать. Что такое? Давай выходи. Линия обороны. Линия обороны. Моей обороны. Долгие тут, конечно, загрузки. Ну, блин, не знаю почему. То ли от того, что локации огромные. Достаточно действительно большая локация это была. И на машинах тут поездили, и побегали, и повзрывали все, что шевелилось. На сегодня тогда и закончим. С вами был Мелдер. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.